В субботу, 29 июня, уже по сложившейся традиции, будущие жители смарт-дома на Славянском проспекте вместе с сотрудниками «Капитал строитель жилья» отметили зеленый праздник посадки деревьев. Несмотря на непогоду, на лицах улыбки. Собственники квартир могли выбрать саженцы по душе. Сирень, ели, рябины, березы, кустарники альпийской смородины, ясень, вишня, яблоня, шиповник и клен. Каждый имел возможность посадить собственное дерево в своем дворе. Ну, как говорится, родить сына, посадить дерево и построить дом. Вот осталось, так сказать, посадить дерево. Единственный жилой комплекс, который нам подходил, это вот этот квартира. Евро-4, как они сейчас называются, так она по факту трехкомнатная. Планировка соответствует нашим требованиям, скажем так. Ну и, соответственно, большую семью, вот у нас двое маленьких детей, вполне, как раз каждому по комнате. Денис и Юлия Федорова тоже не смогли остаться в стороне и посадили свое дерево. Приобрели дом, решили посадить дерево. Осталось родить детей. Да, или сына, или дочку. Это очень значимо для нас. Семья приобрела в смарт-доме евродвушку. Молодожены рассказывают, что при выборе квартиры их привлекла репутация «Капитала», качество, удобство и доступность. Семья ни секунду не сомневалась в компании, когда выбирала себе жилье. Долго выбирали. Понравилась планировка квартиры, расположение. Все очень, дом красивый. Понимаем то, что осталось совсем чуть-чуть. Скоро получим долгожданные ключи и можно будет приступать к ремонту. Тут вот то, что построили, достаточно замечательно, хорошо. Во-первых, тут до центра недалеко. Очень хорошее сообщение. Также до рощи. Вот обещали они, по-моему, дорогу сделать вот тут. То есть тоже до рощи добраться. И достаточно так. Ну, то есть нет магазинов, большие стоянки, очень удобно для машин, для автолюбителей. Мы очень рады, что здесь такая замечательная детская площадка, потому что у нас ребенок маленький, и большинство своего времени мы проводим на площадке. Наш досуг, так сказать, заключается в площадке. Вообще деревья на площадках нужны обязательно. «Капитал» уже давно зарекомендовал себя как надежная строительная компания, которая не только успешно строит качественные дома, но и заботится о придомовой территории. Вокруг дождь, облака, а у нас лето. У нас лето, и мы сегодня сажаем деревья. И сегодня здесь начинается новая жизнь. И уже совсем-совсем скоро мы выдадим ключи жильцам. И жильцы въедут в новые, совершенно замечательные квартиры. И начнется здесь новый круг жизни. И я уверен, что здесь все будет хорошо. Дмитрий и Елена Лукьянова вместе со своим сыном Артемом, так же, как и другие будущие жильцы смарт-дома на Славянском проспекте, участвуют в посадке деревьев. Дмитрий отмечает, что его радует большая площадка для спорта, а Артем в восторге от детской зоны. Во-первых, нам тут двор понравился, очень большой. Смотрели, когда на сайте проект дома, и площадок много детских, и футбольная площадка, чтобы ребенок рос, развивался, да, Тем? Угу. Футбол учился играть. Пробовал кататься на горке, понравилось? Понравилось. При выборе жилья многие отметили, что их привлекли именно смарт-планировки. Отличительной чертой такой умной квартиры является рациональное использование пространства и его функциональность. В удобстве таких планировок еще раз смогли убедиться собственники квартир, посетив шоурумы в смарт-доме на Славянском проспекте от «Капитал строитель жилья». Дом очень красивый у нас, замечательный, большой. Много людей пришло, соседей. Вот, знакомимся, занимаемся озеленением сегодня нашего двора, будущего дома. Пару идей уже и в шоурумах посмотрели, и активно сейчас занимаемся тоже разработкой проектов для ремонта дома. Екатерина и Денис Вершковы рассматривают детали в шоурумах и думают, как обустроить свое новое жилье. Чувствуют они себя здесь как дома. Они отмечают, что в их квартире только полезные квадратные метры. Праздник хороший. Мы вот как раз ходим, смотрим шоурумы и думаем, как свое обустроить. Уютно, симпатично выглядит. Вот. И даже несмотря на погоду, которая сегодня чуть-чуть подвела, в принципе, настроение хорошее. В целом атмосфера позитивная. Ну, так посмотреть, возможно, будущих соседей. Все хорошо, все, в принципе, пока нравится. Ну, как сегодняшнее настроение? Сегодня же все увидели, посмотрели, может быть, деревья посадили? Мы, собственно, откликнулись на предложение «Капитала», приехали, посадили плодовые деревья. Порадовало, что на самом деле у нас именно плодовые деревья, потому что нигде еще не встречала этого.
У Капитала есть прекрасная традиция – начать знакомить соседей еще до заселения дома. А теплая обстановка этому очень способствовала. Чай, кофе и сладости для детей, развлекательная программа с аниматорами и аквагрим. А еще розыгрыш призов от компании «Капитал-строитель жилья». Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».